Итак, друзья, всем привет. Сегодня расскажу о том, как передать файлы с помощью приложения Google Files. Ну, во-первых, кстати, в первую очередь вам приложение об этом сообщит. Вам необходимо включить геолокацию. Сейчас я не знаю, так, отключить. Иван, да, отключаем сейчас. Значит, друзья, открыл приложение и заходите в... У вас будет вот такой вид, да, вот такой вот. А вы заходите в обмен. Вот здесь вот, видите, у меня обмен здесь, и здесь есть обмен. Так вот, значит, необходимо выбрать следующую функцию. На одном мы выбираем «Отправить», а на другом «Получить». Ну, допустим, да, причем у вас предложат, вам предложат ввести имя. Я ввел на одном «Реали 6», на другом «Иван». А здесь мне выбирают, вы хотите Ивана подключить, я выбираю «Хорошо». Далее, после чего мне, значит, необходимо здесь подтвердить «Подключить». Устройство для работы с приложением Google Files. Устройство для работы. Так, «Подключить». После чего, короче, друзья, здесь нажимаю «Подключить», без проблем. Здесь выбираю файл, который хочу передать. Ну, пускай это будет изображение, чтобы быстренько перекинулось. И давайте какое-нибудь изображение у меня, значит, ну вот, с кормушечкой. Вот, раз. Нажимаю «Отправить». После чего здесь выбираем еще раз «Подключить». И, друзья, вот приложение, все передано. То есть все это за секунды, 2,3 мегабайта произошло подключение и передача за секунды. Друзья, вот собственно и все. То же самое с видео, там любой файл можно поставить. И не обязательно включайте геолокацию, это GPS вот здесь вот. Вот в самом начале, ну, у вас приложение само предупредит и само скажет подключает и само подключит. Друзья, значит, надеюсь, вам видео было полезно. Котейка пришла тут тоже, значит, посмотреть, как все происходит. Надеюсь, вам видео было полезно. Ссылка, естественно, на приложение будет в описании. Ну, а вам я говорю, мы с Котейкой говорим всего доброго, всем пока, до свидания.